Прав ли я, утверждая, что великая музыка – это питание человеческого мозга? 3 марта двери шоу-рума Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ открылись для известного на всю страну писателя, поэта и режиссера Михаила Казиника. На этот раз приглашенный спикер провел студентам-журналистам и их преподавателям творческий мастер-класс, на котором поделился со зрителями яркими впечатлениями и захватывающими историями, которые происходили с ним во время проведения одного из знаменитейших нобелевских концертов. К чести России могу сказать, что 3/4 музыки, которая звучит в нобелевских этих знаменитых концертах, в этом огромном, намоленном концертном зале, это русская музыка. Все от Стравинского, Шостаковича, от Чайковского и Мусоргского. То есть, действительно, русская музыка завоевала планету Земля. Когда Михаил Казиник стремительно вышел на сцену, начал говорить или играть, в зале не осталось ни одного человека, который не был бы захвачен его ураганной энергией или не был бы увлечен виртуозной игрой на скрипке этого удивительного маэстро. В завершении встречи гость ответил на вопросы о глубинах сознания и тайнах ассоциативного мышления и рассказал о важности невербального контакта, в том числе в рамках профессиональной деятельности каждой профессии. К вашему следующему приезду мы и на химфаке, и на физфаке поставим еще и рояль, чтобы вместе с опытами вы показали. Спасибо. Хорошо, без опытов немножко трудно, да. Аделя Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.